новое поле. И вот эти такие вот погреба у нас около леса. Наверное, после военной постройки уже современные гаражи, как бы. А эти погреба неизвестно сколько им лет. И тут мы храним картошку тещином погребе. Вариант не из лучших, до него дотопай тут у горку. Ну что имеем? Такой лес партизанский. И такие типа землянки. Довольно глубокие. Вот такие вот здесь места.